они ощущали или, может быть, ощущают сейчас, после наступления климакса. Можно было выбрать один или несколько симптомов из предложенных вариантов. Это приливы, нарушение сна, изменение настроения, снижение работоспособности, ухудшение памяти. И вот что у нас получилось. Оп, как, в общем-то, и следовало ожидать, приливы на первом месте. Это самый распространенный симптом. Нарушение сна тоже по популярности занимает второе место. Ухудшение памяти. Приливы. Это один из самых распространенных симптомов менопаузы, который мешает женщинам вести привычный образ жизни. Внезапные приступы жара, потливости наблюдаются у 80% женщин в данный период. Ну и перемен настроения, бессонница, снижение работоспособности и все остальное – это также частые проблемы менопаузы, с которыми, к сожалению, женщинам после 50 приходится часто сталкиваться. Все эти симптомы вызываются изменениями в работе головного мозга. Почему происходят изменения в работе мозга и можно ли это остановить? Давайте разберемся вместе с нашим постоянным экспертом.